Многие просили рассказать и показать наш дом, поэтому вот я его снимаю, и будет рассказ о нашем доме. Это фронт-ярд, пару пальмочек на входе, мейлбокс, который мы с Димой с таким усердием вбивали. Это центральный вход. Добро пожаловать! Это living room, елочка, с учетом того, что сейчас наступает Новый год, вот поставили детям елочку. Вот один клазет, ку-ку, никого нет. Вход в туалет. Есть кто-то? Туалет. Ванна. Бум. Вот вход в кухню и dining area. Стул попался какой-то. Это кухня наша. Свет, чтобы было лучше видно. Так, тут у нас подготовка идет к праздничным мероприятиям, поэтому собрались кое-какие вещи и продукты. Теперь из кухни мы переходим плавно в так называемую dining area. Камин, который мы еще никак не можем зажечь. Это мы иногда висим. Это вход в гараж. И это что-то такое, чего мы еще не нашли применения. Это выход на backyard. Горка. Сейчас глянем. Вот гараж. Организованный беспорядок. Еще руки не дошли, чтобы привести все в норму. Стиральные машины, сушка. И бойлер, по-моему, называется. Кипятит воду, в общем. Пару лестниц. Вот такой вот гараж. Пошли дальше. Так. Сейчас идем в комнаты. Зажгем свет. Маленький клазет. Ку-ку. Маленький. Ай. Палец пришит. Здесь офис. Танин. Мой. Стульев еще нет. Но только 2 дня назад, как собрали всю эту... всю мебель, выход, не выход, а взгляд из окошка на дерево и падающие листья. Хоть уже предновогодняя погода, но у нас пока осень. Поворачиваем по коридору и справа видим детский батрум, ванная, туалет. Мартышки бегают. Это детская, судя по многочисленным игрушкам или немногочисленным, но игрушкам. Это детская ванная. Идем дальше. Слева у нас будет Никина комната. Бабочки летают. Слоник сидит. Фея, по-моему, тоже. Кто там? Вот. Вот Никусин портрет. Никуся с Андрюшей. Вот это ее кроватка. Это я.
Привет. Идем дальше и попадаем в Андрюшину комнату. Андрюшины достижения. Он получил недавно трофей. Это выставка его работ, которую он делал. Не сам, конечно, но... Игрушки, кровать, письменный стол, зеркало. Самый шикарный вью, конечно, это Андрюши, прямо на бассейн. Это наш backyard, бассейн, глобус. И непосредственно хозяин комнаты. Еще раз привет. И наконец-то это мастер bedroom. Входим по коридорчику, попадаем в мастер closet. Таня убрала сегодня, поэтому очень чисто. Мою сторону стараемся не смотреть. И попадаем в мастер bedroom. Нужно даже включить свет, чтобы было лучше видно. Высокий потолок, что Таня просила отдельно отметить. Картина воспоминаний об Одессе. И вот тоже выход бассейну. Когда летом в хорошую погоду можно прямо из постели прыгать в бассейн. Сейчас он пока накрыт. Там кусочек бэк-ярда виден. И последний вход — это в мастер bedroom. Открывай. Мы пришли, нет. Пока там Таня занята, еще раз вид. Нужно выйти на улицу, посмотреть, что там происходит. Если удастся, конечно, открыть дверь. Вот это backyard, работает фильтр, если слышно, бассейн, наши соседи и вот такой вот заколочек с задней стороны. Листья все опали, голые деревья. Ну, похоже, освободилась ванная. Вот Таня вышла, машет всем ручкой. Большое зеркало, цветы, телетели. Оливали, чуть не уронили камеру. Если что-то видно, не знаю, видно, не видно. Заглянем сюда. Вот Таня особо просит отметить, что огромная ванная. Начало 5. И маленькая джакузька. Вот тут. Это наш дом. Приходите, приезжайте. Всех поместим в доме мы. Бай-бай.